Студенчество. От одного только слова любой взрослый расплывается в улыбке, окунаясь в чудесные воспоминания этого сладкого периода. Это граница между юностью и серьезной взрослой жизнью. Студенчество – это пора перемен, веселье, беззаботность, учеба и стресс, и, конечно, интересные знакомства. А еще это важный шаг навстречу своему будущему. Именно о нем, о будущем, говорил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, поздравляя первокурсников с посвящением студенты Брестского государственного технического университета. Поздравляю вас периодом жизни, который будет одним из самых ярких. Я в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь, потому что вы поступили в замечательный, имеющий большие традиции университет. Не сомневаюсь и в том, что большая радость и гордость для Бреста, что этот университет находится именно в нашем тысячелетнем городе. Поэтому особые слова поздравления иногородним студентам, которых впереди годы знакомства с нашим замечательным областным центром. Желаю вам достойно нести звание студента БРГТУ, хороших ярких эмоций и четкого осознания того, что от качества полученных вами знаний будет зависеть развитие нашего города впереди, потому что набережную строят ваши выпускники, новые микрорайоны проектируют и строят ваши выпускники. Город в целом меняют выпускники Брестского государственного технического университета. Еще раз с Днем знаний, еще раз, ребята, вас с вашей личной победой в жизни, с поступлением в университет. Почему Брест хорошо выглядит? Потому что есть специальная структура, то есть были одобрены лучшие, которые остались в Бресте, болеют за Брест, переживают, какие прекрасные дома и так далее. Очень много нашего вклада, как строителей, в Минск. Посмотрите, Минск, там очень много, через один дом наши участвуют. Чем славна Беларусь? Это экспортом своих продуктов, так? Если белорусское, тогда качество и все принимает. Треть земли пахотной Белоруссии мелиорирована. Это тоже все наши выпускники. Набережная прекрасная, которая создана, это тоже выпускники нашего факультета. Это действительно так. Выпускники старейшего университета везде и всюду. А нынешний облик нашего города – это совершенно точно плоды их работы. Технический университет – это несменный поставщик ценных кадров большинству градообразующих предприятий Бреста. Он готовит интеллектуальную мощь города, и даже если выпускник не идет работать по специальности, можно с уверенностью сказать, что достойная база знаний и, что важно, практический опыт у него точно есть. Ведь университет дает основу, учит учиться, учит коммуникации с людьми и пониманию этой не всегда простой жизни. Самая главная цель высшего образования – это научить человека учиться, систематизировать все те знания, которые ему давали раньше, в школе, в семье и так далее. Но уже сфокусировать их на какой-то конкретной специальности. И, естественно, там уже дать специальные знания, благодаря которым он и станет специалистом и может управлять этими сложными машинами, процессами, технологическими производствами и, самое главное, трудовыми коллективами. В этом году в университете новых специальностей не прибавилось. На данный момент учебное заведение в достаточной степени обеспечивает рынок труда специалистами различных категорий. Но основные силы были брошены на так называемый ребрендинг специальностей, ведь главное – это не название, а наполнение глубинным смыслом. И прежде всего мы хотим все специальности наполнить новыми IT-технологиями, чтобы вот сегодня очень модно программное обеспечение и так далее, IT-сфера. Но поверьте, сегодня, скажем, в строительстве, в машиностроении, в геологии и так далее, везде в учебном процессе используются очень сложные эти все информационные технологии. И инженер должен ими владеть. В этот день более 500 новобранцев вуза получили свои заветные студенческие билеты и произнесли торжественную клятву студентов-первокурсников БРГТУ. Наблюдая столько замотивированных и активных ребят, только-только вступивших на новый и пока неизведанный путь знаний, прежде всего захотелось у них спросить, а нужно ли вообще сейчас высшее образование и почему для них это так важно? Я считаю, что высшее образование это в наше время нужно, и то есть если вы хотите куда-нибудь пойти, чтобы сделать все ради своей семьи, ради своего благополучия, то это надо, тем более в наше время в Республике Беларусь все надо. Это достаточно важный этап жизни, и его нужно проходить, потому что, опять же, ты
понимаешь, как работает взрослая жизнь после того, как ты уходишь из школы. У этих ребят впереди долгие годы обучения, и только от их усилий, упорства и стремления будет зависеть его результат.